Для приготовления картофельной начинки нам понадобится картофель 1 кг, сметана 100 г, приправа хмели-сунели 1 столовая ложка, пучок укропа, 1 луковица, 2 столовых ложки растительного масла, 1 лавровый лист. Картофель очищаем и режем большими кубиками. В картофель добавляем воду. Лавровый лист. И варим до готовности. Луковицу нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Когда картофель сварился, сливаем воду, добавляем в него обжаренный лук. Хмели-сунели. Сметану. Убираем лавровый лист. Все разминаем до пюреобразного состояния. Нарезаем укроп. Добавляем в картофель. Все тщательно перемешиваем. Начинка готова. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!